Исполняющий обязанности зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов встретился с руководителями медучреждений. На совещании обсудили загруженность лабораторий, которые делают тесты на COVID-19 и не справляются с наплывом заболевших. Врачане ждут результаты не одну неделю. Какие меры будут приняты, расскажем в следующем сюжете. Сложилась ситуация, когда в городе процесс выписки людей из стационаров, выписки их с больничных листов очень сильно тормозится по причине несостоятельности лабораторной службы города. В этой ситуации я пригласил сегодня к нам на встречу, всех людей, которые так или иначе могут на этот процесс серьезнейшим образом влиять. Несостоятельность лабораторных служб заключается в комплексе самых разных причин. В некоторых медучреждениях массово болеют специалисты. Из-за вспышек коронавируса помещение требует серьезной дезинфекции. Иногда процесс растягивается до 2 дней. В других местах не хватает оборудования. Сюда же добавляется бумажная волокита и даже работа больниц. Руководители частных клиник утверждают, что некоторые хабаровские больницы привозят биологический материал на анализ всего 2 раза в неделю. Если у человека взяли тест несколько дней назад, далее его подержали в хранилище больницы и только потом доставили в лабораторию. Несложно посчитать, что пройдет далеко не 3-4 дня. ПЦР-лаборатории не успевают обрабатывать анализы, поэтому их временно замораживают. Марк Иванович, у вас емкость и возможность выполнения, вы каждый день делаете 368, поэтому вопрос, есть ли у вас возможность увеличить количество, раз, второе, что вам для этого нужно, и третье, у вас 1300 мазков заморожено, это с учетом того, что вы делаете, это 4 дня. Получили пробоподготовщик только 1 ноября и запустили его в работу. Плюс кадровая ситуация сложилась. С сегодняшнего дня мы делаем 3 постановки, с завтрашнего дня мы начинаем делать 4 постановки, это тоже 368. Но проб нам сегодня привозят где-то около 700 каждый день в Хабаровск. Еще одной серьезной проблемой является стоимость тестов на COVID-19. В некоторых больницах его можно сдать по полису ОМС за 635 рублей, в частных клиниках только за 2500, ведь COVID не входит в специальный перечень. Там определен конкретный перечень услуг, по которым нам выдан этот объем. То есть, если мы работаем, клинический анализ крови, гормоны там и так далее. Вот мы конкретно по этим позициям, по номенклатуре мы работаем. Ковида там нет. Для того, чтобы город, в принципе, начал нормально дышать, чтобы вы хотя бы 750-800 исследований взяли на себя по системе ОМС. Вы готовы? Такой объем нет. А сколько вы готовы взять? Готовы отказаться от ряда коммерческих партнеров в ущерб себе, взять порядка 150-200 в день до конца года в качестве помощи. Однако не все руководители сразу взяли ответственность на себя. Есть факторы, которые не позволяют принять дополнительную нагрузку. Сейчас не готова сказать, потому что там вопрос по оборудованию встал. То есть поставщики нас немножко обманывают. 400 тестов. Это... Сколько тестов вы готовы сделать для края? Конкретный вопрос к вам, как участнику системы ОМС. Сейчас не готова ответить на этот вопрос. Еще раз. Конкретно краевое правительство вас сегодня под камеру спрашивает, сколько частная организация готова оказать помощь жителям края. Трудная ситуация. Если говорить о том, чтобы объемы брать каждый день, я думаю, что больше 100 мы не возьмем. Мы можем вам 100 тестов сегодня направить? Евгений Никонов добавил, что все должны запомнить свои ответы. Ведь когда начнутся разговоры про выделение долей в ОМС и о частном бизнесе, все обязательно вспомнится. Что касается нехватки сотрудников в лабораториях, было принято решение с завтрашнего дня начать обучение в дистанционном режиме для ординаторов и студентов медицинских образовательных учреждений. Когда у нас стартует? Дистанционно. Да, дистанционно. Когда этот цикл стартует? Как скажете, так и стартует. Завтра. Хорошо. Надо людей все сконцентрировать. Такие вещи, мы сейчас с вами на войне практически. Нет, такие вещи надо решать. Да? Вот сегодня сказали, завтра сделали. Я вас очень прошу ускориться максимально.
Всем руководителям было поручено обработать анализы, которые до сих пор находятся в заморозке, а также позвонить всем тестируемым и честно признаться в задержке, объяснив причины. Все учреждения должны выйти на оптимальный темп работы уже через 2 дня. Наталья Чернышова, Юлия Сидельникова, Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск. Чтобы разгрузить лаборатории и обработать все накопленные тесты, было подписано распоряжение об использовании быстрых антиген-тестов. Ну, это, кстати, буквально совсем недавно, час назад, в своем инстаграм-аккаунте Михаил Дегтярев публиковал следующую информацию. Экспресс-тесты на ковид поступили в регион. Собственно, этот метод позволит моментально выявлять заболевания. Будут они распределены, эти тесты, по лечебным учреждениям. Сначала туда, где ситуация с заболеваемостью стоит наиболее остро. Такие тесты, вот эти экспресс-тесты, в отличие от ПЦР, дают результат моментальный. Соответственно, врачи тоже моментально могут ставить диагноз, если при наличии там симптомов коронавируса подтверждается коронавирус, то это одна история. Если просто симптомы, но, возможно, ОРВИ, сезон у нас такой, то, соответственно, другая. На первом этапе экспресс-диагностику будут проводить группе риска, беременным, людям старше 65, у которых обнаружили признаки коронавирусной инфекции.